Всем добрый день. Мы закончили объект в Ольховке. Дом по каркасной технологии 6х9. Сегодня закончили закрывать крышу. Металлочерепица коричневого цвета и водосточку. Водосточка крепления и сама водосточка металл, не пластик, так что это водосточка более долговечная. С внешней стороны заказчица попросила сделать вход на чердак. Так у нас получилось. Внутреннюю отделку мы закончили. Там гипсокартон. Я в предыдущем видео выкладывал стены гипсокартона 1,2, потом вторым слоем 0,8. Гипсокартон будет, полы фанера 15 на обрешетку дюймовку. А в туалете водный отталкивающий гипсокартон. И на пол под плитку. Забыл, как плита называется, да что ж такое.